Здравствуйте, друзья! С вами приют «Твори добро». Сегодня мы рассказываем удивительную по своей трагичности историю маленькой собаки. Ее дважды сбила машина. Она тонула и скиталась. Эта невероятная история собаки-инвалида Бали началась в Якутске в июне 2020 года и продолжается по сей день. В ней приняли участие волонтеры Якутска, Москвы и Тульской области. Совсем маленькой ее сбила машина. Ее подобрали волонтеры, потом была клиника, несколько операций и передержка. С передержки Бали в скором времени выкинули на улицу. Она опять стала бездомной. И вот через короткое время она попадает под колеса вновь. Снова клиника, но за нее некому платить, и Бали не лечат. Так собака оказалась никому не нужна, и было принято решение ее усыпить. В это время об этой истории узнали неравнодушные волонтеры московской команды «Верные друзья Глобы» и решили вмешаться. Решили спасти и вывести Бали из Якутска, спасти ее от верной гибели. Команда оплатила операцию, лечение и нашла передержку. Однако Бали не верит людям, избегает с нее. Она повторно убегает с передержки. Она не доверяет людям. Слишком много боли они ей причинили. Ее никто не ищет. Она не нужна никому в Якутске. Тогда команда оплатила поиск Бали. Бежала у меня Бали. Вот там, далеко, где магазин. И вот так вот вдоль озера она убежала. Вот я возле того магазина Беста стояла, искала ее и увидела, как она на этом берегу озера. И убегает вот сюда на озеро. Ее, ну, не видно. Ее зовешь, она не идет. Но потом она выходит и подходит к собакам, которые здесь сидят. Вот. В общем, мы сейчас поставили ловушку. Ловушку. Вот такую вот собачью ловушку. Подвешили там колбасу, рыбу. Мамки накидали. Ну все, теперь остается только ждать. Но она сюда приходит, и вот я надеюсь, что я сейчас уйду, и она придет. Сейчас похожу, посмотрю. Может, встречу красавица. Ну, прячется она отменно, конечно. Переживаю, что простынет. Может, на улице-то уже холодно. А она, бедная, с бритой спиной. Бедняжка. Вот она гуляет с другими собаками местными. А поймать ее я не могу. Бали, привет, моя хорошая. Иди ко мне. Бали. Ну, ты моя, что ты сразу мычишь, а? Бали, ты моя хорошая. Да, лучше за ней не бежать, потому что она вот говорит и уходит. Обычно она вот в эту заброшку ныряет. Ну все. Ее искали каждый день несколько человек. Наступил день, когда Бали удалось поймать. О, давай ее. Давай ее в багажник. Фух. Сильно она тебя укусила? Да, не сильно. Эх ты, Бали. Ну вот, поймали. Балюша. Замерзла. Ты меня прости, что я тебе морду завязала. Ну все. Да. Бали, тихо.
Барочка. Ну все, давай прижмись, я тебя согрею. Замерзла, все в снегу. Сейчас согреется. Ну все, все, не трясись. Сейчас я тебя согрею. Ей купили переноску, оплатили билет на самолет из Якутска в Москву. И вот наша настрадавшаяся девочка прилетела. Как только самолет приземлился во Внуково, девочку встретила Наташа из приюта «Твори добро» и отвезла ее в клинику. Ей сделали рентген. Рентген показал, что проблемы в спине и с задними лапами у больной присутствуют. Ей предстояло усиленное питание, лечение, физиотерапия и массажи. Радость наша была бесконечна от того, что у нас получилось спасти жизнь Вали. Это стоило нам немало усилий, времени, денег, труда. Вы, наши дорогие друзья, помогли собрать средства на лечение малышки. Спасибо вам за отзывчивость и за помощь. В данный момент Вали проходит реабилитацию и адаптацию в приюте. Она вздрагивала и сжималась в комочек от любого прикосновения рук. Много времени должно пройти, пока этот ребенок поймет, что не все люди злые, что есть и другая жизнь. Наташа окружила ее заботой, вниманием и сердечным теплом. Все наши питомцы подружились с ней. Вали отлично ладит с подростками, вместе с которыми живет. С людьми она еще насторожена и недоверчива, но уже виден прогресс. Сердечко бедняжки постепенно оттаивает. Любовь и терпение Наташи способны сотворить чудо, и мы верим, что однажды Вали станет ручной и найдет того единственного, кому полностью довериться. Не забудь. Вали, Вали. Иди сюда. Там еще в бочке Оскар сидит. Иди сюда, Вали. Тим, попробуй. Иди сюда. Шантропа, хватит камеру облизывать. Зачем вот вы все сорвали-то, а? Ну зачем вы себе холод-то делаете? Жарко вам? Так. Идите. Значит, морозы. Растущие организмы. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем, Блюшек, пойдем. Пойдем. Вали. Вали на прогулке. Да. Вперед, вперед.
Тут Джоки, что ты? Да. Ой, Джоки. Что, Оскар, что ты? Со мной вроде хорошо. Да, маму уже знаешь. Да, маму знаешь уже. Да. Ой. Тянем, потянем, вытянуть не можем. Да, да. Да. Иди, подержи ее. Я ее поснимаю спереди чуть-чуть. Сейчас в приюте «Твори добро» нашли кров, защиту и лечение более 20 вывезенных из якутского ада спасенных лохматых душ. Друзья, вы с нами? Поддержим наших лохматиков. Благодарим всех, кто с нами. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Желаем вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше тепла на вашем жизненном пути. Спасибо вам всем, друзья. Спасибо.